Здравствуйте, это итоги дня телеканала Улправда ТВ. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Без комиссии для потребителей в МФЦ Ульяновской области расширяют перечень услуг. К 8 марта 2020 года многодетные Димитровграда должны быть с землей. Школу номер 10 Димитровграда должны отремонтировать до мая 2020. В рамках рабочей поездки в Димитровград губернатор Ульяновской области Сергей Морозов провел встречу с многодетными семьями. Глава региона отметил, решение по выдаче земельных участков принято, и к 8 марта многодетные должны получить первые сертификаты. Встреча состоялась в Центре культуры и досуга «Восход». После долгих споров и обсуждений между многодетными Димитровграда и городскими чиновниками с помощью региональной власти странам наконец-то удалось прийти к согласию. Межевой план земельного участка подготовлен. Остается поставить его на кадастровый учет, провести публичные слушания. 8 марта первые земельные участки мы должны передать. То есть, соответственно, здесь сформировано с учетом уже и спортивных площадок, и локации, соответственно, по детским садам, ну и, соответственно, были тут пожелания по отступу от телевизионной башни, там, соответственно, все это выдержали. Долго обсуждали, долго спорили, вроде как консенсус пришли. Это только первый этап, который включает в себя жилую застройку под 90 земельных участков. Вслед за этим готовится еще участок для многодетных. Межевой план направлен в Росимущество. Участок должен быть сформирован уже в начале следующего года. Муниципальную собственность из федерального ведения будет передано 450 гектаров под будущую застройку. Составляется такой вот план уже на 2020 год. И на 2021 год мы тогда будем уже планировать выделение бюджетных средств для того, чтобы начать строить инженерную инфраструктуру. Да, мы должны с вами четко понимать, кто готов строить, кто не готов строить. Значит, тот, кто не готов строить, чтобы мы просто понимали. Не готов, потому что вот невозможно там найти деньги на проект. Мы тогда предложим бесплатный проект. Для нас крайне важно, чтобы вы не земельный участок продали, а реально построить. Глава региона обозначил также задачу до 8 марта – начало выделения земельных участков в первой очереди, определить, какие и где инженерные сети необходимо проложить, а также понять наполняемость инфраструктуры. Сергей Морозов рекомендовал руководству города взять пример с Ульяновска и выбрать представителей многодетного поселения для принятия совместных решений. Любое их, так сказать, требование к органам местного самоуправления, там, управлением, службам является обязательным. Готов? Хорошо, Сергей Иванович, мы пообщаемся с Ульяновском, опыт, посмотрим, как нам его наложить здесь, на Димитровград. Многодетные Димитровграды к такому подходу в работе, предложенному Сергеем Морозовым, оказались готовы. Мы как бы четко вошли в рабочий график, потому что мы уже привыкли каждый месяц-полтора встречаться в рабочих группах и решать вот эти вопросы важные. Следующая рабочая группа пройдет в январе. В помощь димитровградским многодетным для обмена опыта приедут ульяновцы. Татьяна Елисеева, Виталий Немов. Специально для Улправды.ру из Димитровграда. Премия для регионов почти миллиард рублей – общая заслуга властей и жителей. Об этом заявил губернатор Ульяновской области на встрече с представителями некоммерческих организаций Димитровграда. Сергей Морозов призвал собравшихся не останавливаться на достигнутом и в новом году продолжать движение вперед. Одним из инструментов для достижения поставленных задач назван Фонд социального, культурного и экономического развития города. В Димитровграде зарегистрировано 130 некоммерческих организаций, в том числе 7 территориальных общественных самоуправлений. Из них самых активных порядка 50 НКО, постоянно принимающих участие в грантовых конкурсах и общественных мероприятиях. Ежегодно организации города привлекают не менее 1,5 миллиона рублей из средств областного бюджета на реализацию социально полезных проектов, а также не менее 2,5 миллиона рублей из средств фонда президентских грантов. Для подведения итогов работы в «Восходе» собрались члены НКО на гражданский бал. Я думаю, что нам под силу сделать все, чтобы через вас, через вашу деятельность, хорошо узнавали любой уголок нашей замечательной древнесибирской современной Ульяновской области. Вы хорошо проработали. Вы сделали огромное количество добрых дел. Мы вошли в число самых лучших субъектов Российской Федерации. И как результат, руководство страны выделило в качестве такого премии для Ульяновской области почти 1 миллиард рублей. Это благодаря еще и вам. Аплодируйте себе.
В Димитровграде работу НКО курирует Фонд социального, культурного и экономического развития города. Организация была создана весной 2019 года. Задачей фонда стоит объединение всех общественников города на своей площадке для того, чтобы совместно работать на благо города. Именно в Димитровграде появились первые в регионе крупные и сильнейшие общественные организации, такие как «Союз женщин России». Впервые в городе Димитровграде проходит гражданский бал. Это очень здорово, потому что это событие, когда собираются представители разных НКО, работающих в городе Димитровграде. Это площадка, когда они могут пообщаться, когда они могут рассказать и заявить о себе. Сегодня событие неординарное, конечно, потому что нам, как общественникам, как людям, которые уже много лет занимаются общественной работой, которая, в общем-то, идет от души, потому что это то, что нам близко, то, что нас касается, то, что мы хотим вложить в подрастающее поколение, потому что даже несмотря на то, что мы не такого преклонного возраста, но так судьба распорядилась, что мы с молодых лет ветераны, и вот приходится вот этим ветеранским опытом делиться с молодежью. В эпоху современного ответственного партнерства выдающуюся роль играет Димитровград, где активно работают НКО. Гражданское общество в регионе есть. Оно состоялось. Оно играет заметную роль. Более того, оно полностью включилось в непростую работу по выявлению и решению наиболее актуальных социальных проблем. Самые активные руководители НКО были награждены в субботний вечер почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора. Марина Антуганова, Виталий Немов, Димград 24, специально для Управда ТВ. У самого известного образовательного долгостроя Димитровграда есть все шансы быть открытым 1 сентября 2020 года. Капитальный ремонт школы номер 10 контролирует правительство Ульяновской области и лично глава региона. Руководство образовательного учреждения и родительская общественность. В ходе рабочей поездки в Димитровград школу посетил и глава региона. Изменения видны уже снаружи. Так новый подрядчик ведет активную работу по усилению конструкции фасада школы. На третьем и втором этажах завершена покраска стен, идет укладка плитки. Ну, сейчас полным ходом идет работа. Подрядчик новый, который зашел, активно работает. Движение есть, результаты тоже есть. К ним пока претензий нет никаких. Единственное, сейчас мы скорость 163 никак не можем сокращаться. И сегодня у нас запланирована приемка. Работы по покраске потолка и стен, которые производил старый подрядчик, общественники действительно не приняли. Недочеты были обнаружены буквально в каждом кабинете. Устранять нарушения теперь уже будут в новом году. Что касается новой подрядной организации, то к ней претензий нет ни у родителей, ни у ДИИПа. Вопросов на сегодняшний день у нас на подрядчик мы вообще нет. Решаем это, наверное, в 10 часов. У нас каждый день здесь планерка обсуждает все вопросы. Мы создали в Вайбере, Наталья Валерьевна создала группу «Общественность ДИИФ». То есть каждый день мы туда фотоотчет, все какие вопросы возникают, сразу же мы их оперативно решаем. Благодаря такой совместной слаженной работе есть все шансы, что школа номер 10 откроется 1 сентября 2020 года. В этом в ходе посещения школы убедился глава региона Сергей Морозов. Не вызывает каких-то замечаний. И сроки нас тоже удовлетворяют. Если строительно-монтажную работу нам завершат строители в мае месяц, то у нас готов получится июль-август. Мы пройдем все это лицензирование, нарядим мебель, все установим, оборудование все установим, прилегающую территорию все приведем в порядок, в том числе и по маршрутам движения школьников, родителей и учителей. И 1 сентября с чистой совестью запустим ребятишек. В рамках профильной госпрограммы на 2020 год из регионального бюджета будут выделены средства на продолжение ремонтных работ в 10-й школе и закупку оборудования – более 100 миллионов рублей. Помимо школьной программы в учреждении будет работать подготовительная группа для дошколят. Педагогический состав школы практически сформирован. Из 28 учителей 26 уже написали заявление на трудоустройство. В центрах «Мои документы» Ульяновска и ряда районов жители могут получить консультации в общественных приемных регионального управления Роспотребнадзора, а также оплатить госпошлину без комиссии. Подробности у Натальи Чумаченко.
В регионе совершенствуется качество предоставления услуг в офисах «Мои документы» и создаются новые условия для комфортного обслуживания заявителей. Так уже в 4 многофункциональных центрах региона в окнах установили терминальные устройства. Через них заявитель может без комиссии оплатить госпошлину во время подачи заявления. Новой услугой воспользовались уже более 150 человек. Принято решение установить электронные устройства в окнах приема заявителей, где одновременно заявитель, подавая документы, может сразу оплатить госпошлину. Это в этом пилотном проекте участвует Чердаклинский район, МФЦ Чердаклинского района, МФЦ Цельнинского района, больше Нагаткинского. И наша железнодорожная МФЦ расположена по адресу Минаева 6. Кроме этого, на базе МФЦ выстраивается система по защите прав человека. В общественную приемную сегодня могут прийти как физические, так и юридические лица. Специалисты проконсультируют жителей Ульяновска по всем вопросам Роспотребнадзора. Уже составили претензии и заявления в суд по поводу ненадлежащего качества товара более 10 человек. Выслушиваем проблему гражданина, да? Если достаточно просто, скажем так, оценить ситуацию продавца, покупателя и все это разрешить претензии, естественно, мы оказываем помощь по составлению претензии. Вот. Если этого уже недостаточно, естественно, оказываем помощь по составлению проектов исковых заявлений в суды. В МФЦ Засвияжского района жители Ульяновска ждут на консультации по вопросам Роспотребнадзора каждую учетную пятницу месяца с 9 до 15.00. В МФЦ Железнодорожного района каждую нечетную пятницу с 9 до 15.00. В преддверии праздника специалисты по защите прав потребителей советуют ульяновцам быть внимательными и качественнее выбирать подарки, чтобы потом обойтись без лишних проблем. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, Новости Улправда ТВ. Добро для ульяновских детей. Региональные хоккеисты сыграли благотворительный новогодний матч. Подобная акция проходит уже 4-й год подряд. И если в первый раз среди участников значилось 50 ребят, то сейчас их количество перевалило за 200. Подарок к Новому году должен получить каждый ребенок. Поэтому в декабре в регионе проходит большой комплекс благотворительных акций и мероприятий. Один из них прошел в физкультурно-спортивном комплексе «Лидер». Благотворительный хоккейный матч проводится уже 4-й год подряд. И с каждым разом количество участников растет. Делаем это мы уже не первый год и стараемся, чтобы праздник у всех детей был радостным, приятным. Впечатления о Новом годе были как о неком чуде, свершившемся в новогоднюю ночь. В этот раз зрителями ледового поединка стали 200 ребят. Среди них воспитанники центров «Алые паруса» и «Причал надежды» школы-интерната номер 89. Организаторы пригласили детей из многодетных и малообеспеченных семей. На матч вышли команды «Авиастар» и «Патриот». Среди спортсменов оказался и глава Заволжского района Наиль Юмакулов. Для нас приятно, что накануне новогодних праздников в рамках благотворительного матча каждый ребенок, который сегодня пришел и принял участие в такой программе игровой, еще посмотрит матч и получит подарок. На протяжении всего матча детвора болела за хоккеистов, а в перерыве смотрела выступление маленьких фигуристок. Поединок закончился победой команды «Авиастар» со счетом 3-1. После финального свистка ребят из детских домов пригласили на лед и всем вручили подарки с пожеланием всего самого доброго в новом году. Анна Тищенко, Новости Улправда ТВ. Все ближе и ближе новогодние каникулы. Как собираются провести их жители Ульяновской области? Ведь распределить отдых на 9 дней сложно. Съемочная группа Улправда ТВ спросила у горожан. Ну, с друзьями буду, на лыжах буду кататься, на коньках. Спортом буду заниматься, все праздники активно постараюсь провести. В кругу семьи. Чем будете заниматься? Отдыхать. На елку пойдем. На городскую куда-то здесь, по городу? На городскую. Собирались на елку. Ну и так, поздравить родственников, родных. Планирую работать все выходные. Кто-то отдыхает, а кто-то работает. Гулять, не знаю, наслаждаться красотами родного города, которые, я надеюсь, будут в этот раз. Что еще сказать? В принципе, радоваться. Вот, надеюсь, будет хорошее новогоднее настроение. Я поеду к родителям праздновать с семьей. Другой город. Работать, работать, работать. У меня статья, у меня планы большие научные. Буду работать. Спасибо. Буду работать на работе в Сальто, в детском центре. Приходите. Вот. И буду отдыхать с друзьями. Работать. Планирую работать, а выходные будут у меня только после 9 уже. Поеду за город в деревню. Отдыхать, баня и природа.
наши лучшие друзья. Ну, пока планов нет особо конкретных. Вот. Хорошо провести время с семьей и своими родными. Отдыхать, гулять с детьми на елку, праздники, все. Ну и веселье между взрослыми, солидными людьми, конечно же. Все должно быть замечательно. В гости пойдем к родным, друзьям. Будем отдыхать. В поездке в Подмосковье к детям поеду. Работать 1 августа, потом театр, турбаза и по гостям. Поеду в Санкт-Петербург к маме. А там? А там вместе отметим Новый год. Будем гулять по новогоднему Питеру. Ну, можно провести время с детьми, можно провести время с семьей, скажем, посетить культурные мероприятия. В нашем городе это и можем зайти куда? В драмтеатр, мим-центр. Культуру массовое мероприятие сделать можно. Посетить, возможно, рощу, Винск, Парк Победы зайти посмотреть, покататься на плюшках, встретиться с друзьями. Что еще? Если будет снег, вообще будет замечательно. Пока снега нет, к сожалению, плохо. А так будем веселиться. 31 декабря в Ульяновской области ожидается переменная облачность. Местами возможен снег. Температура воздуха составит 5 градусов со знаком минус. Ветер юго-западный 7-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Улправда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале ulpravda.ru в 18.50. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех.